Путин, он держит все. А кто после него будет, не знаю. Скажите, а ваша жизнь за время его правления, 22 года, стала лучше? Конечно, абсолютно. А что улучшилось? Жизнь стала лучше. Как-то и... Ну, как вам сказать? Все стало лучше. И небо над головой, и так далее. И президент, очень приятно посмотреть, не на Ельцина, который... А, ну это ж никогда, всегда. Ай, да я не могу это все выразить. Ну не умею. В общем так. В общем плане. Я только за, но только не против. У вас не будет немножко мелочи, копеечек, покушать купить?